Стала известна причина пожара в раздевалке 66-й школы. Эксперты выяснили, возгорание произошло из-за электронной сигареты. Напомним, 9 ноября прошлого года в 11 утра в 66-й школе загорелась раздевалка. Из учебного учреждения эвакуировали 350 человек. Никто не пострадал, сгорела только одежда школьников. Ущерб возместили, в здании сделали ремонт. По результатам доследственной проверки выяснилось, что в кармане одной из курток находилась электронная сигарета. Неисправное устройство и стало причиной серьезного пожара. Данное изделие находилось в кармане, как я еще раз скажу, учащихся. Соответственно, соприкасалось с тканевыми изделиями, произошел нагрев данного устройства и возгорание. Произошла техническая неисправность, которая связана была либо, значит, с каким-либо недостатком аккумуляторной батареи данного устройства, либо с нитью накаливания.